Посмотрите на эту нереальную красоту. Сезон пионов открыт. Мы с доченькой зашли на рынок и видим, там женщина продает пионы. И я ей говорю, я беру их все. Я беру и вот эти закрытые бутончики, эти открытые бутончики. Я беру их все, потому что это нереальная красота. Аромат какой от них. После роз это мои вторые любимые цветы пионы. Я их жду с большим нетерпением. Всегда, каждый год. И беру прямо охапками эти пиончики. Боже, какая же это красота. Поставила на кухне, чтобы заходя просто наслаждаться этой красотой. Слышите? Слышите этот аромат, друзья? Сезон клубники, сезон пионов. Я вот здесь намыла ягодку. Мы сейчас идем на пляж. Были на рынке. У нас уже драгичинская клубничка пошла, там, где моя мама росла и родилась. И сейчас пойдем есть там клубнику. А я вчера с Катюшей гуляла, вот такую красоту нарвала. Смотрите, как смотрится изящно. Ну разве это не красота? Они закрываются и открываются. Когда вот светло, они открываются. Когда темно, они закрываются. Все, пойдем полежим на пляже. Ремонт подождет. Вау. Вау. Мы пришли на пляж. Там вдалеке вот это кафе Сочи. У нас это летнее кафе с Катюшкой. Вот уже полежали. Здесь почитали книгу. Вот как-то так перекопали, непонятно здесь. Вообще непонятно. Каким-то трактором. Такой песочек здесь был приятный очень. Привет-привет всем. Я хочу вам показать безобразие нашего пляжа. Смотрите, как заросла вода. Ну фу, ну. И вот там вот вдалеке, я смотрю, тоже вот цветут это что, камыши. Ну, я не знаю, что это за растение такое. Вот оно сейчас цветет. То есть получается вот отсюда вот территория. И вот аж туда далеко-далеко за буйок. Территория, где ты не покупаешься. Здесь тупо вот эти вот все заросли. Причем у нас есть спасательная станция. И там сидят здоровые лбы, которые просто тупо сидят. Вот они тут наделали чистоты, называется. И вот это вот все лежит на пляже. Ничего не убрано. Столько этих кучек вон там вдалеке. То есть вообще не убран абсолютно пляж. Там вот дети заходят, плавают, там такой кусочек. Но все туда, представьте, рынутся. Не знаю. Такой хорошенький у нас пляж, такой песочек, такой мягенький. Такой был вообще просто прелесть. А сделали просто ужасно. Ну, такая вода. Ну, что это за вода? Все цветет. Даже можно почистить. Зато здесь орнитологам счастье. Тут птичек, тут уточки, тут кого только нет. Ну, и нас, конечно, как всегда, потравили. Смотрите, какие полосы на небе. Я уже различаю, друзья мои, химтрейлы от облаков. Это химтрейлы. Опять нас травят. Какого хрена травят и травят? Уже ноги привыкли, мы сегодня не купались, как еще говорю, мне еще как-то вода такая холодная. Ну, достаточно комфортно без водички еще. Ничего не жалко. Все, пойдем мы домой. Сейчас увидим Сашку
на дачу старые еще окна. Ой, выбрались немножко, отдохнули, посидели. Так хорошо, 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 хорошо. Так. Съели клубничку. Все, пойдем. Пойдем, доченька. Дорогие мои, я не могла вам еще раз не показать эти цветы. Вот эти бутончики, которые мы сегодня купили из Катюши, закрытые вот такие были, раскрываются. И оказывается, они такого нежного, розового, балетного оттенка. И это невероятно ароматный цветок. Просто сидишь вот здесь вот на стуле, вдыхаешь эту прелесть, и тебя уносят прям фантазии. Еще когда я включаю музыку какую-нибудь, такой релакс. Вот такие представления о мире прекрасные. Рядом с этим ароматом. Но это просто божественный цветок. Обожаю пионы. Обожаю всем сердцем этот цветок.